18 ноября 1918 года. В Рижском втором городском театре Народный совет на торжественном заседании провозглашает Латвийскую республику. Днем ранее, 17 ноября, 8 латвийских политических партий договариваются об общеполитической платформе и создании Народного совета Латвии. Совет устанавливает главные принципы, на которых должно создаваться государство. Народный совет поручает Карлису Ульманису сформировать временное правительство. Оно должно руководить страной до созыва учредительного собрания Латвии. Торжественный акт провозглашения Латвийской республики решают провести в нынешнем Латвийском национальном театре. Сперва обсуждают возможность организовать это мероприятие в Рижском замке, однако от этой мысли отказываются. На организацию масштабного мероприятия, куда приглашают 1200 гостей, очень мало времени. 18 ноября в 16:30 38 членов Народного совета поднимаются на сцену театра, чтобы провозгласить Латвийскую республику. Торжественное заседание открывает Густав Земглс, дав слово секретарю Народного совета Эрасту Битте. Тот зачитывает протокол заседания 17 ноября и общую политическую платформу Народного совета. Густав Земглс объявляет о переходе суверенной власти в Латвии в руки Народного совета. Далее слово дают главе Временного правительства Карлису Ульманису. За сообщением премьер-министра о том, что от имени Временного правительства провозглашается Латвийская республика, следуют продолжительные аплодисменты. Трижды поют гимн «Диев свети Латвию». После Ульманиса с речами выступают представители всех 8 политических партий, а также представитель Латгалы Станислав Камбала и член Национального союза латышских воинов Сприцис Паегле. Торжественное заседание провозглашения государства завершается в 17:45. Акт провозглашения государства широко освещается в латвийских газетах. Жители страны о создании государства информируют и специально подготовленное воззвание. Во многих местах в Риге и Латвии проходят торжества в честь этого события. История никогда не кончается. Рус ЛСМ ЛВ.